have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, тут у нас Самуэль, крысоликий человек. Да, я тут немножечко подкрутил поле зрения, попробуем эту серию побегать так, на мой взгляд, немного, по-моему, погодите, сейчас, это я выставил на максимум, в общем, было значение 70 или 75, я сейчас выставил на 110, но, погодите-ка. Вот, все-таки 110 для меня, ну, было такое ощущение, что я какая-то рыба, не знаю, вот соточку я сейчас вернул, соточка прям хорошо выглядит. Также я пошел, добавил тени от крыс, не знаю, что это будет давать, ну, посмотрим, как выглядят тени у крыс, пусть будет. Это просто, ну, эта игра не обещает нам высокой реалистичности, здесь особая рисовка, про которую уже упоминал в начале. Так что давайте так, в этот раз так побегаем. Off to Caldwin's Bridge, sir. We'll get our sleep later. Да, попробуем найти Соколова. Да, попробуем. Я тут уже, по-моему, все сделал в прошлый раз, насколько я помню. Почему он маску к себе подносит сначала перевернутую, потом перед лицом разворачивает? Ладно. Мост Caldwin. В прошлый раз я зачем-то себе качал пули, хотя этим не пользуюсь. Конечно. Прожектор, я понял. Спасибо за подсказку. Maybe even smarter than Piero. Got the whole of Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. Ага. New technology, potions and понятно. Life. Seems dangerous to me. But what do I know? Here we are. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready, Corvo. Assuming, of course, you've taken care of those floodlights. А, то есть ты из-за прожекторов туда не можешь добраться, иначе бы ты уже был бы там, да? Так, то, что я для себя отметил, нужно... Что у нас, во-первых, по... 93 метра, 149 метров. Прожекторы. Прожекторы надо будет вырубить. Ну, чувак смотался. 92 метра, кстати, не так далеко. Да, я могу на колесо выбирать, у меня есть радиальное меню, и, блин, если бы я мог бы переставлять, на самом деле я бы поставил... Ну, тут у меня пули, дротики и всякое такое, я бы сюда поставил всякие умения, но... Ладно, пока что пусть у меня будет телепортация. Я же ее не зря прокачал. У меня, на самом деле, все вот эти мои базовые навыки более-менее прокачаны. А тут уже прям звездец начинается, да? Ага, ага, прожекторы. У нас такое полуночное время сейчас. А зачем мне сюда? Я мог сюда как-то забраться. Если бы у меня было не прокачано, например, наверное, вот эта телепортация. Так. Где они там болтают? А, вон один. А где второй? А, вот второй. Привет, чувак. Я бы их повырубал, например. Citizens and visitors to our city. By order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. О, какой красавец. All citizens, no pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Спи здесь. Как мне наверх? Спасибо. Не падай. Одного вырубили. Ага, вон тут есть еще. Минуточку. Глазами я могу, по идее, увидеть.
Да. Там вон один, вон. Хорошо, хорошо. И поле зрения могу видеть тоже хорошо. Оно расходует ману. А, ну вообще не тратит теперь ману. Я могу типа тупо ходить вот в таком состоянии. Этого мы сейчас душанем. Этот никуда не идет. Че ты повернулся сюда? Зачем? Этот стоит. Не, ну таким образом, да, стелсить оно как-то попроще немножечко. Вот, он сейчас возвращается сюда. Наверное, когда он сейчас пойдет к мосту, давайте я в пяточку. Можно нажать даже в зрение в пяточку. Вот сейчас бы натравить на него крыс было бы круто. А ты куда идешь? А он меня тут видит, да? Citizens and visitors to our city, by order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Троих убил, троих зарезал. Ну, блин, этот меня спалил. На самом деле, жаль. Можно было сделать аккуратней. Так, что? Оторванная конечность? Конечность? Голова у нас теперь конечность? Иди. Рыб накорми. Они мясо любят. Так, обычные пули. О, пули я забрал. Хорошо. Минуточку, это кто ходит вообще? О, они все равно отображаются, даже мертвые. Мои звуки отображаются. Круто, круто. То есть тут с прожектором ничего нельзя было сделать. Там есть сигналка. Тут есть крысы. А, я могу даже лутецкий видеть. Круто. Зачем они это все держат у себя на месте, этого я не знаю. Так, там есть чувак. Вон он, я его вижу. Двери открыть не могу. Интересно, у них ключи были? Я вроде их обыскивал, но ключей я не увидел. Ладно, это не страшно. А вот и ключик. Это я заберу, если вы не против. О, чертежи! Круто! Смола Гальвани. Я тоже заберу. Хорошо, F5-очку. Значит, здесь нам нужна ворвань, да? Или как она называется здесь, честно говоря? Тогда мы откроем, тогда мы что-то сможем сделать. Окей. О, идемте. Идемте. Тут какие-то механизмы, все дела, но людей я здесь не вижу. Хорошо. Меня это устраивает. Зачем? Ладно, допустим, что-то сделали. А... Ну да. А, я понял. Зачем?
Зачем мне эта цепь? Типа, если бы не была прокачана, что ли, или что? Не взорвалась. И то хорошо. Я думал, сейчас упаду с этой штукой, она как жахнет. Но нет, все нормально. Я могу доехать туда. Окей, нужно ли мне вниз? Что у нас по... 52 метра. Минус 4 метра. Внизу нас, по идее, ничего не ждет. Я могу там открыть дверь ключом. А что там было? 9? Так. Я расстояние не рассчитал. Можно доехать так, может... Все, я понял, это был просто тихий способ. Этого чувака можно было вообще не трогать. Ну ладно, теперь мы знаем. Вообще не подозрительно, да, ребят? Мне похоже, кстати, туда. Угу. Я постоянно пытаюсь прицелиться. Оу. Я постоянно пытаюсь прицелиться правой кнопкой, но это не вариант. Да-да-да, ты меня найдешь, чувак. Я в тебе не сомневаюсь. Да почему ж, когда я нажимаю Ctrl, он, блин, зараза, не нажимается. Это бесит. Подходишь к чуваку, нажимаешь Ctrl, чтобы его душить. Но он не нажимается, этот самый Ctrl, блин. Это бесит. The curfew is now active. No foot traffic is allowed across Baldwin's Bridge until curfew is lifted. Так. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Baldwin's Bridge during this period. Curfew will end. Туда можно попасть или ключом, или что, в толчок нырнуть? Я сомневаюсь, что толчок туда идет. Так. Как туда можно попасть? Мне надо. Заблокировано с другой стороны. 8. Цепь. Скорее всего, которая ведет туда, куда мне надо. Хорошо, я вас понял. Попробуем сейчас вниз спуститься. Сейчас мы с этими чуваками поразбираемся. По вашей же просьбе я пытаюсь их не убивать, но когда могу. Когда могу. Сейчас, да, сейчас я шумел, я не спорю. Но, извините, ребятушки, где этот Вася? Вон он. Ты меня не видел. Нате. На одного дурачка больше. Тебя обыскать никак нельзя. Ой, там белую крысу можно было съесть. Спасибо. Так, как нам сюда проникнуть? Сюда, значит, как-то можно. Так, сделаем вот так. Вот так. А вот и цепь. Давайте в пяточку.
is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Это, кстати, наверное, единственный способ сюда попасть. Одна из пяти. Это на этом уровне 5, значит, получается, да? Хорошо. Ну, короче, да, вот... Я стараюсь проходить тихонечко, стелсовенько, но... Это не всегда получается. По понятным причинам. Так, 8... Оу, тут еще что-то есть. Граната, спасибо. Я заберу, если вы не против. Что-то давно нам чтиво не попадалось. На самом деле, мы такие читали, 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 и тут опа, ничего. Остаться у южных ворот. Там вниз что-то. По-моему, вниз это как еще один стелсовый путь, которым сюда можно было попасть. Людей я тут не вижу. А ты кто? Или ты слепошара тупой, или я не знаю, каким образом... Ты меня сейчас не заметил. Я думал, ты вообще дружественный NPC-шник. Пока ты меня палить не начал. Что я здесь делаю? Почему я сюда иду? Почему дальности моего зрения не хватает? Почему я их не вижу так далеко? А, чувак, и не говори. Тенечки, поваляйся. Зачем я сюда иду? У меня там проход был. Это еще какой-то вариант. А зачем я закрываю? А, это мост! Твою за ногу. И теперь надо обратно, наверное, открыть, да, чтобы... Ага, я вас понял. Молчи. Этих-то убивать можно, наверное. Ну, то есть, они же здесь за людей не считаются. Хотя это тоже люди. Но... Всякие фишки интересные. Хилочки. А, я сюда за амулет... За этим пришел. За амулетом, который костяной амулет. Один из трех. А где у нас тогда был еще один? А больше и не было. Это был единственный путь к амулету, да? Ну, тогда можно и встать. Я не буду опускать эту штуку. Я и так доберусь. Вы, ребятки, спите, отдыхайте. Вас я не убивал. Потом проснетесь, подумайте над своей жизнью. Что вы такого натворили? Все, теперь можно идти. Дробридж. Главное, такой говорит, вы жили, вы, Корва, такой, жили во дворце, вы то-то, сё-то, вы, наверное, никогда и не были на мосту. И тут же такой Корва, которого отправляют, блин, по всей стране за 3-9 земель искать всякие лекарства и всякое такое, типа, я шо, шутка для вас. Там песель. I'll profit. A smart man can come out ahead, even in the time of plague. Sure, like that Sokolov. He's doing fine. Always a lot of exotic items coming and going from his place. Keeps this place running, at least for now. Yes, yes, if by exotic... Вы, ребятки, там постойте. Nice.
спросили. О, я жаловался, что почитать нечего. Отрывок из театральной постановки. Лорд Натан Бейл вне себя от гнева. Как вы посмели, сэр, явиться в мой дом в подобном облачении? Мне следует передать вас страже, развратный тевианец, принц Калисар, подходя ближе. Суровый же прием вы мне оказываете, милорд. Должен сказать, ваша дочь была куда более гостеприимной. Увы, она отправилась на прогулку и оставила меня одного. Лорд Натан Бейл, запинаясь, оглядывая юношу с головы до ног. Что вы делаете? Покиньте мой дом, возвращайтесь в свои ледяные пустоши, белокожий шельмец. Шельмец, какие слова. Принц Калисар. Скромно протягивая руку, к чему ссориться, лорд Бейл, почему бы мне не быть здесь? Как я уже упоминал, у меня установились теплые отношения с вашей семьей, лорд Натан Бейл, с удивлением. Господи, Калисар, ваша кожа такая прочная, такая горячая, она обжигает. Что? О, нужен ключ от письменного стола, кстати. Попробуем достать. Прожекторы. Хорошо. Здравствуйте. А что я здесь делаю? Это просто пути обхода или тут что-то интересное есть? Но судя по вот этим дверям, которые запечатаны насмерть. Да? Сейф. Здравствуйте. Сейф я бы взял. Говорят по пестроте и... это отрывок из книги по географии и культуре Морли. Говорят, по пестроте и переменчивости история Морли имеет схожесть с лоскутным одеялом, ежели сшить такой стяг в разных земель и платье всех расцветок. Земля эта наверняка укрыта от солнца толстой пеленой облаков, деревья покрывает густой мох, но жители Морли не падают духом и отличаются поразительным жизнелюбием. Морлийцы славятся любовью к хорошей еде и крепким напиткам. Видимо, тушеное и жареное мясо помогает им справиться с холодом и сыростью родных земель. Страна подарила немало поэтов, музыкантов и философов, многие из которых вышли из самых низов. В Морли написано немало ученых фолиантов и сложено дивных баллад. Морли – последний остров, вошедший в состав империи. Морлийский мятеж оставил глубокую рану в душе этих свободолюбивых и гордых людей. Хорошо, будем знать. У нас есть сейф, у нас есть... путь к истине начинается на людных улицах. Иди, пока не увидишь китобойное судно на якоре. Когда будешь на месте, найди бойню, и истина откроется тебе. Стоп, нет, спасибо. Там руна, блин! Еще одна руна через 20 метров в ту сторону. Черт, как заманчиво. Я бы хотел эту руну получить. А где мне взять код? Код. Там еще и золото. Ключ. Пратчета. Так, дружище, ты идешь сюда? Сюда? И тебя никто не найдет. Черт, я поздно включил Тивия. Иди к судну. Так, давайте в пяточку. Это же были... Да, это были вроде как нужные эти. А,
А, это был безумный выживший, его можно было... Так, вот вторая руна. Окей, это я заберу. Да ладно, чувак. Rivers change course over many lifetimes, and eventually all bridges tumble down. A thousand years ago, there was another city on this spot. The people carved the bones of whales into runes and inscribed them with my mark. Children still find them washed up in the river mud. Anton Sokolov has made a great study of my runes, but he's not special like you are. He wasn't chosen, and he doesn't wear my mark, mm-hmm. so he can't unlock their secrets. Mm-hmm. Sokolov believes there are specific words and acts that can compel me to appear before him. He searches old temples in Pendicia and ruined sub-basements in the flooded district. He performs disgusting rituals beneath the old abbey. But if he really wants to meet me, he could start by being a bit more interesting. Понятно, что ничего не понятно. 18... Так, третья тетрадь дневника какого-то. 18 число месяца дождя пришел кузен, но мы подрались из-за нее. Когда я вошел в комнату, он вертел ее в руках, я вспылил, и мы подрались. Теперь мне стыдно. 26 число. Он все еще... Вот это мне... То есть, я прокручиваю вверх-вниз, есть ползунок, но на самом деле ничего не меняется. Таких писем уже много. Он все еще сидит в углу за свечами. Он же вор. Второе число месяца ветра. Как он пронюхал, что она у меня? Пришел якобы в гости. Грязная уловка. Вдруг он кому-то проболтает. Седьмое число месяца ветра. Коридоры перекрыты, теперь никто не войдет. Одиннадцатое число месяца ветра. Стража увела моих соседей. У кого-то в доме началась крысиная чума. Все ушли. Она обещает защитить меня. Каждую ночь обещает. Он целый алтарь воздвиг. Труп. 19 число месяца семян. Первая тетрадь. Первая тетрадь. Та была третья. Ага. Что же мне делать? Она ушла и забрала вещи. Вернулась к родным. Будто это поможет. Чума заберет всех нас. Третье число месяца сетей. Я нанялся на китобойное судно. Уеду отсюда. Подыщу себе местечко где-нибудь в Тиви на севере. Там такие холодные зимы, что крысы не выживают. Вот и чумы нет. 28 число месяца сетей. Последний день месяца фортуна мне улыбнулась. Я кое-что нашел. Блестящая очень старая вещь. Похожа на китовую кость. А она, как известно, приносит удачу. Где вторая тетрадь? Вот, наверное. Да, вторая. Шестое число месяца дождя. Я жду кузена Эмиля. Он принесет птицу, и мы ее зажарим. Надо узнать, открыли ли какие-нибудь лавки. Может, удастся купить яблоко, картошки. Десятое число месяца дождя. Сначала я хранил резную китовую кость на полке, но там ее было плохо видно. Я сделал как бы подставку. Эта вещица так словно мерцает при свете свечи. 15 число месяца дождя, иногда она мне снится, во снах она звучит как ветер, дующий через разбитое окно, иногда этот ветер похож на голос. Я должен был уйти в море, но слишком поздно спохватился, я опоздал на несколько дней. Ну, вот нам отчетливо вырисовывается вся та история, которая здесь произошла. Наверное, вот это кузен, а вот это сам вот этот чувак. Или же наоборот. Ну, короче, руна свела его с ума и поглотила. The outsider walking among us. Чужак ходит среди нас. И вся... Это как его компульсивный почерк называется, вроде как. Мне интересно, как открыть сейф. Я не хотел бы без этого уходить. А как я... Черт, а как я вылез? Там чувак внизу ходит, кстати. Так, сейф. И в сейфе руна. И эта руна мне, блин, нужна. Это третья руна на уровне. Ладно, пойдемте вниз. Так, блин, я на Ctrl нажимаю. Ctrl это блок. Спасибо. Так, вон там есть... Тут есть эликсир, который я не могу взять. Это понятно. На этом этаже я был. Давайте поищем подсказки. Отрывок из театральной постановки. Это я как раз читал, да. Надеюсь, это тот же, что я не скипнул ничего. Так, 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 так.
Должна быть какая-то подсказка где-то, что-то на чем-то. Whale Slaughterhouse, китобойня. Три. Говорит, пойди на китобойню, и ты все узнаешь. Три, 13? Это какой номер на корабле? Я не думаю, что это подсказка на самом деле. Хотя, возможно, немножечко на этом сходится. Ребят, если я что-то упускаю, если вот... Я просто не знаю, удастся ли мне открыть сейф или не удастся до конца этой серии. Если вдруг не удастся, не стесняйтесь, пишите в комментах. Медаль семьи, 100 монет, неплохо. Если мне не удастся открыть, говорите как. Скорее всего, я сейф уже не открою, но, по крайней мере, я буду знать, где я лоханулся. Так, самодельные какие-то механизмы. Кстати, да, ладно. Так, у нас тут патрульные, тут никого вроде как нету. Возможно. Возможно. Патрульного я бы прибрал бы, наверное, чтобы он тут не ходил лишнего. Ну, тут интересные вещи есть. Мне вот интересно другое. Когда я убиваю человека, к нему прибегают крысы. Когда я его вырубаю, как крысы знают, что он не сдох? Они точно так же видят чувака без сознания, то есть валяющегося, который им ничего не сможет сделать. Кто это сказал? Кто это так его так через так сказал? Тут я спокойно вышел. Блин. Стоп. 4. Я начал что-то понимать. 4. Смотрим на картины. Смотрим. Он же сказал, выйдите, посмотрите и поймете. Там несколько... Да-да-да, в этом и был намек. 4. 3. 4-3 что-то. Еще какая-то картина должна быть. Какая-то. Стоп. Идем наверх. Отрывок здесь был? Нет, не здесь. Это было где-то в другом месте. Кстати, ключик. Да, ключик подошел. Это я заберу. Спасибо. 4-3. Значит, здесь должна быть картина. 4-3-7. Ну, если что, вон на китобойном судне написано 7. Попробуем 4-3-7. Я очень надеюсь, что это. Так. 4. 3. 7. Стоп. 7, это посередине. Три вверх. Я не знаю, что это значит. Ой, блин, подсказка-то была в этом. Минуточку, может, я в журнале могу посмотреть. Предметы, заметки. Вторая тверь. Та-та-та-та-та. Путь к истине начнется на людных улицах. Иди, пока не увидишь китобойное судно. Будешь на месте, найди бойню. Короче, улицы, судно, бойня. Улицы. 4. 4-7-3. Я понял. 4-7-3. Сейчас. Значит, 4-7-3. Да!
Неплохо, неплохо. Это было интересно. Эта загадка была хорошая. Это было интересно. Те, кто уже пошел писать комменты, спасибо, но я вроде догадался. А, отлично. Значит, все руны у нас здесь собраны. Все истории у нас здесь поведаны. Мы красавчики. Все, можно валить отсюда. Ху, это было интересно. Я почему-то забыл, что он эти записки подбирает и прячет. И мне заняло время догадаться заглянуть в журнал. Сдается квартира. Ага, сдается. Нафиг она не сдалась никому. Так, дайте угадаю с трех раз. Я здесь не пройду. Да. Извини, чувак. Я забыл просто, что ты здесь. Я реально тупо забыл, что ты здесь. Схема. Ага. Я сейчас здесь, во втором участке. Мне нужно через третий, через четвертый. И где-то там у нас будет дом Соколова, значит... А, кстати, вы находите здесь южные ворота, через которые мы прошли. Дробридж, это как раз куда нам надо. Подстанция Мидроу и северная сторона. Вот подстанция Мидроу, нам нужно будет, наверное, там прожекторы вырубить, да? Трупы. Игра. Начальная ставка 5 монет. Джек. Килти. Понятно, что здесь произошло. Вон эти ребята, которые болтают. Я вас понял. Вот я заберу, если вы не против. Чем он его убил? Ножкой стола? Так. У нас есть пёсель. Пёсель мне не нравится. Он может меня учуять. Ясно, это турель. Чёрт. Это было неприятно. Я могу обойти понизу, да, я так понял? Окей. Я же могу, кстати, вселяться. Блин, я забыл этим пользоваться. Я могу в собак вселяться и всякое такое. Так, ну а тут, наверное, всякие будут эти... чумаки, мудаки и всякое такое. Тя, там какое-то говно плавает. Так, допустим, F5. Вот как оно все. Я вас понял. Мне интересно туда сходить. Бегать я не буду. Наверное. Угу, с этой стороны тоже есть спуск. Да, хме? А, я понял, почему хме. Черт. Знаете что? Ребят, конечно, все круто. Тут нет ни сердец, ни амулетов. Зачем мне нарываться лишний раз на них? Давайте я попробую их тупо обойти. Ну, то есть мне туда не надо. Ну, я не думаю, что там будут какие-то интересные истории или что-то такое. Давайте я их просто тупо обойду и все. Я не хочу с ними связываться. Там турель, там люди. Я их поубиваю. Мне потом будет от этого ай-яй-яй от игры. Она такое любит делать, блин. А тут я не могу, не смогу ничего, да, не смогу, хорошо. Так, а тут у нас выход. Ага, вижу. Вижу мудачье. А проплыть я... Не, ну я, конечно, проплыву, но меня могут сожрать. Я могу вылезти от... Блин, тут прям люди ходят, черт.
А, это же место, только там, где турель, я вас понял. Нет, не надо. Я могу даже так сделать, ух ты! Интересно. Черт, и все равно меня сюда приводят. То есть, вот эти все обходы, заходы, уходы, оно все просто для того, чтобы я тут покрутился, но... Блин, это не круто. Может, вселиться в кого-нибудь? Ну-ка. А что там у нас было? 9 вселений. Ну-ка, их 5. Чувак с Кледжева? Что нафиг? Бандит. Какого фига? А куда делся этот тогда, которого я душил? Это что, баги что ли? Куда дел? Я только что тут чувака душил. Куда он делся? Он же не мог улететь нафиг. Ой, блин, игра. Перестань, пожалуйста. Так, пёсель, турель. Тебе показалось. Привет, чувак. Ударил по этой штуке случайно. А это сейчас было неплохо. Окей, окей. Вот это сейчас было прям красиво. Так. А-ха-ха, я знал, что будет не все так просто. А еще тут кто-то есть? Нет, так, тут есть цепочка, по которой я мог залезть. А песель, кстати, отпустил, он живой остался. Он ушел дальше. Да бей ты его, он ждет, а! Черт, тревогу поднял. Зажигательные болты, спасибо. Не-не-не, ты ничего не знаешь, чувак. Ты это, прекращай. Все нормально. Да-да-да-да, давай, вали. Найдешь, найдешь. Давай, вали отсюда. Успокойся, блин, надоел. Я тебя найду, да-да-да-да. Здесь.
можно пройти и подняться наверх, а можно... меня туда пустят вообще? Давайте в карточку. Да, я могу тупо здесь пройти. Вообще хорошо. Хм. А вот тут мне вырубать прожекторы, да? Отлично. Все. Чуваки остались. Я вам, знаете, даже вот так вот сделаю сейчас. There's nothing to do. And I like climbing the pillars. Just leave the oil tanks be or they'll break. Why they always gotta put me with you, I just don't. Вон этот чувак плывет. Я тебя вижу. Мелкий. Так, что у нас? Так, чуваки там далеко. Я бы еще в одну собаку тогда вселился бы, пожалуй, чтобы вылезти отсюда. Так-то мне нафиг не надо. О, 10 монет получил за него. Интересно, на какое время я в него могу вселиться? Да, позавтракал не тем, не переживай, все нормально. Извини. Я не успел тебя обойти с другой стороны, так что... Ну, зато и вот эти остались живые, так что, в принципе, размен меня устраивает. В общем, в собак и в животных можно вселяться дофига долго, а в людей... Просто чуть-чуть, чтобы... Ух ты ж! Я пошутил. Так. Там есть чувак, в которого можно вселиться. Ты что, туда не протиснешься, что ли? Я пошел. Блин, меня, конечно, долбануло, но я пошел. Конечно, показалось, показалось, чувак, показалось, все нормально. Ну вот и возвращайся, все, да. Даже тебя убивать не пришлось, хорошо. Блин, там что-то есть. Я не уверен, что скелет жив это одобрит, но с другой стороны, почему бы и нет. Болты максимум. Черт. Так, жди здесь и не высовывайся. Покуда я не вернусь, у меня есть... А, жди здесь и не высовывайся, покуда я не вернусь. Это записка Алика. У меня есть еще одно дельце на той стороне подъемного моста. Нынче мы должны доставить боссу весь, весь собранный жемчуг. Так что не теряй времени даром. Если вдруг сюда сунутся стражники или чего-то еще произойдет, беги к раковине рядом с домами. Да рядом с домом, да погромче. Парни прибегут на помощь. Ну, парни на помощь не прибежали. Чему я несказанно рад. Бутыль со взрывчаткой нафиг. Кстати, нет у нас тут ничего больше. Точно, все нормально. Так, нам уже, наверное, потихонечку и заканчивать. Пора бы. А тут что? А, можно было и через здесь.
Я не знаю, что это такое, знать не хочу. Я рад, что не пошел сюда. Закрыто. Угу. Оу. Тут можно было и так проникнуть. И так тоже. Хорошо. Все, супер. Сюда мы зашли, туда мы зашли. Там у нас охрана. А так-то нам вообще вот сюда, в эту сторону. Можно было и не портнуться, наверное, просто пройти. Уф. Ну что, заходим. Downwall Brand Whiskey. К станции Midrow, да? Да-да-да. Окей, попользовались мы потихонечку и вселением, и темным зрением, и всеми делами. Давайте я вот это заберу. Вы же не будете против. У нас есть руны. Кстати, наверное, их накопилось уже достаточно для прокачки чего-либо. Ну-ка. Вчера мимо меня прошел смотритель, наигрывая на шарманке странную музыку. То, что звучит в аббатстве. Лицо его не разглядело за маской, но было слышно, что он бормочет стихи из священных текстов. Меня обуял страх. Костяные амулеты и любые другие талисманы запрещены законом. Смотритель относится к этому очень строго. Сжимая талисман в кармане и чувствуя его тепло, я шел и старался не смотреть по сторонам. Смотритель направлялся к дому королевского лекаря, этого грубияна Соколова. И тут случилось нечто странное. Готов поклясться, талисман в моей руке отозвался на музыку смотрителя, стал холодным и словно бы замер. Я нашел книгу, которая, надеюсь, поможет мне понять, что произошло. Записка о музыке смотрителя. Книга. Древняя музыка. Отрывок из трактата. В окружающем нас мире есть волны, которые мы едва можем уловить органами чувств. Эта древняя музыка, пронизывая все сущее, является важнейшим элементом в структуре мира. С ее помощью мы можем творить чудеса, не нарушая законов природы и не прибегая к помощи коварных духов. Изучая этот феномен, я открыл музыкальный строй, состоящий из 17 нот. С помощью подходящих инструментов эти ноты позволяют добиться поразительных результатов. Среди прочего, с их помощью можно гасить возмущение, которые исходят из бездны, так или иначе связанных с чужим. Главное, книги такие достать можно, а все остальное под запретом. Не, я понимаю, что запрещенная литература и все дела, ну как-то не знаю. Остаться в Midrow. Можно... А, блин, я в смысле можно было? Я же отсюда и пришел, просто я пошел, вот так вот накинул кружочек, посмотрел, поглупил, полистал. Знаете что, ребятушки, тогда дом Соколова у нас уже не за горами, с рунами мы с вами разберемся, блин, там ходит охранник, разберемся в следующий раз, наверное, нам что-то можно прокачать, да, наверное, даже нужно бы, мы тоже с вами в следующий раз глянем, а на сегодня, пожалуй, все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек, всем покеда.